Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем свои ежедневные награды за Лигу Сёгунов и Лига Самураев. То есть меня сбросили. Ну, понятное дело, друзья мои, я работал, поэтому и не играл. Так, откроем с тобой бесплатно пак. Глянем, что у нас тут. Паукус родимый. И вот я узнаю. Так, задание. Поднять уровень персонажа, сразиться в боях. Окей, давай, наверное, в боях сразимся. Так, подожди секунду. Нам нужно в обычных. Так, где у меня мой сплинтер? Навыки. Так, кошки нашли. Теперь нам нужно искать вот эти вот джойстики. Давай-ка вот здесь, наверное, попробуем. Мне кажется, шансов больше будет. Хотя он золотой. Соответственно, фигушки мы что с тобой здесь найдем. Ну, так я и думал. Вообще ни одного, прикинь, ни одного, ребят, не выпало. Жестко, что я тебе скажу по этому поводу. Ладно, забираем награды, и нам нужно поднять уровень персонажа. Сколько у нас мутагена? О, мало. Так, мы можем с тобой поднять уровень, предположим. Сейчас, секунду, разберемся. Давай вот Рафаэлю, например. До 40 хватит мне? Да, вполне, друзья мои. 40-й уровень он получает. Чувствует он себя великолепно. У него такое ощущение, что сай, как будто игрушечные какие-то, да? Смотрится, по крайней мере, так. Забираем с тобой награды. И что будем делать? Ребят, будем сейчас идти на арену. И сегодня попробуем пройти события. Ух ты. Жетоны. Это я за кадром обязательно набью. Лига самураев, ранг 76-й. Да, сейчас нам придется с тобой быстренько как-то все это наверстывать, упущенное нами, да? Юсуф, нет, давай лучше вот Настасью возьмем с тобой. Тут 42 уровень. Ну что, ребят, наверное, не будем париться слишком сильно, да? Будем с тобой с помощью Армагона. Раз, два, три, четыре. С помощью Армагона будем с тобой подниматься все выше, выше и выше. Нам нужно сегодня отыграть все, что мы пропустили. Это раз. Потому что неделька скоро будет заканчиваться, а я буду еще работать, ребята. Поэтому некоторые дни, опять же, не войдут в игровой процесс. Так что надо сегодня по максималочке. Причем не только здесь, и в Драконы Всадники Олуха тоже, ребята, нужно будет бустануться. И сегодня, кстати, мы посмотрим с тобой новенькую игрушку, которая вышла буквально 2 дня назад. Я надеюсь, что я успею ее выложить сегодня. Так, слушай, 14-18, возьмем с тобой Флору. Кстати, очень интересное имя, да, Флора. Довольно редкое и милое. Так, ну что, погнали с тобой. Сейчас бомбанем. Ну, тут одного удара Армагона будет достаточно. Я просто, знаешь, что хочу сегодня сделать? Попробовать более-менее на равных сыграть. Но все равно брать одну имбушку с собой именно в колоду. Для чего? Для того, чтобы если что-то пойдет не по плану, мы могли разобраться с противником. Но здесь будут свои определенные риски. Потому что я не могу тебе точно сказать, сможем мы там победить или нет. Эль. Ну смотри, сейчас в данный момент мы видим с тобой 46 и 45 уровни, да? Если я, предположим, возьму... Нет, я пока еще даже до них не дошел. Я еще на 40-х тут копошусь. Я еще на 40-х. Ну что, здесь можно попробовать взять. Блин, это большой риск. Придется опять. Ну давай я возьму Леонардо. Я думаю, его будет достаточно, да? Одной вертушки Лео, чтобы всех скосить. Ну-ка, Лео, давай. Отжигай, родной. Жух. И готово. И эти все довольные, радостные. Шинигами наша радуется, которая недавно получила ранг, да, ребят? Золотой, причем 4 звезды. Ну что же, сейчас мы с тобой уже попадаем в Сёгуны после этого поединка. Это тебе не Mortal Kombat Begin. Возьму, наверное, здесь... Тихо, тихо, тихо. Возьмем Усаги. Раз, два, три, четыре. И вот так вот будем по уменьшению с тобой от имбы к более простенькому подходить. Так, ну что у нас тут? Да, в принципе, Усаги здесь сейчас всех на капусту порубит. Ну, кто тут против него? Вообще никто, ребят, не смог устоять, и это понятное дело.
Кролики тут тоже наши довольные прыгают. Так, ну вот мы с тобой и в лиге Сёгунов. Но этого мало, да? Одна звезда. Это так, для простачков. Нам нужно более-менее что-то посерьезнее. Так, супер Шреддер теперь выходит. Я просто, ребята, жду не дождусь, когда у нас выйдут черепашки ниндзя новые. Да. Они будут, кстати, иметь графику, как вот старые сеговские игры, пиксельные. Вот. Так что точной даты пока нету. Но, надеюсь, очень скоро выйдут. Так, ну, Супер Шреддер нас тут не подвел. Все у него великолепно получилось. Он всех шипами своими уничтожил. И мы двигаемся дальше. Так, место мы с тобой занимаем 66-е. Так, берем с тобой Саммета. Возьмем, наверное, Бакстера здесь. Подожди, Бакстер. Ну, я думаю, что, ребят, здесь он все-таки должен разрулить, да, ситуацию. Как-никак 90 уровень. Правда, здесь майки есть. Ну-ка, посмотрим. Микеланджело... Нет, не переплюнул. Значит, нам повезло. Если бы он просто по инициативе стал ходить первым, он бы мог кого-то здесь, наверное, уронить. А может быть, сделал бы даже массовую атаку Барсок звездочек через нунчаки. Так, ну что, куда мы сейчас с тобой? 45-я? 46-я, окей. 46-я позиция. Мне дадут, может быть, там 15... Вот, 15-20. Эрдем. Тоже такое имя, да? Эрдем. Прям как Эдем. Ванька, ну что, я надеюсь на Ваньку, друзья мои. 81 уровень. Правда, не забывай, что у него приметная дробь не прокачанная. И тут есть сейчас 100% шанс слиться. Так, даже Майки у нас ходит первым. Ё-моё, ну-ка. Так. Ё-коломоне, это что за урон такой, ребят? Ничтожный. Опс. По-моему, проблема у нас сейчас. Если Эйприл, а она успевает, ребята. Она успевает захилять. И что ты мне прикажешь теперь делать? Сейчас нас начнут тут разбирать, друзья. У-у-у. Ну как уж головой? Вообще никого. Блин, тут Рафаэль хочет сходить. Ну давай, брось ты свой грибок этот. Тьфу ты. Вань, ну давай уж, я не знаю, как-нибудь уж. Нет, ребят, бесполезняк. Вот они эти риски. Вот я довыпендривался. Все, и началось, короче. Да какая провокация, ты о чем, Рэй? Ё-моё, ну ты серьезно сейчас, блин, провокацию ты врубаешь? Я манал. Короче, ну, ребят, честно говоря, я предполагал, что так будет, потому что, ну, Ваня, это Ваня. У него не прокачаны скиллы, ты пойми, вот в чем проблема вся. Не прокачанные. Но я почему-то его взял одного. Зачем, ума не приложу. Почему я его одного взял? Наверное, захотел вот так вот побеситься, да? Чтобы меня тут разобрали. Но это, конечно, фейл. Я сейчас попаду куда? 41 место. И вот после таких моментов ты начинаешь думать, нафига я вот так вот выпендриваюсь, а? Когда можно было бы взять спокойно, там, я не знаю, любого там. Джастин, кстати, тоже еще тот фрукт, мы помним прекрасно. Он тоже меня так подвел в свое время. Ладно, давай попробуем сейчас взять вот вместе с Джастином Зека. И через Зека, надеюсь, у нас все-таки получится здесь наказать их всех. Будем проверять. Бросаем бомбочку. Вот, смотри, как Зек хорошо сделал. Ну, тут уже Джастину было попроще. И, да, Рафаэль добивает. Вот это я понимаю, нормально сыграли. Ну, поверь мне, если бы мы вместе с Ваней взяли бы кого-нибудь тоже там, например, того же самого Джастина, мы бы там не проиграли бы. Mm-mm. Мы бы даже там не потеряли бы никого. Просто Ванька, ну, слаб. И слаб из-за того, что я его просто не прокачал. Ну, давай я возьму так, так. И какой у нас там? Ну, 50 уровень. Ну, я тебе скажу следующее. Здесь у них Пит есть. Нам его нужно наказать в первую очередь. Железноголовый, мы прекрасно знаем, что инициатива у него слабая. Поэтому я взял сюда Рокзара как провокатора. Все, его, естественно, они не пробьют. Как бы не пытались тут. А Железноголовый, надеюсь, в этот момент сделает вот такую штуку.
Да. Роквелл здесь не стал делать метание своих, как говорится, оружий. И все, и мы прошли. Ну что, друзья мои, вот так вот приходится брать. Если нет имбы, придется брать полуимбу. Но две штуки. И мы с тобой уже в сёгунах. Две звезды, отлично. Две звезды в сёгунах. Хотелось бы, конечно, до мастера добраться, но что-то мне подсказывает, не получится у меня. Вот зачем я так делаю, я не понимаю, ребят. Можно взять сейчас просто-напросто в откат Армагона и отыграть всех слабых. Потом бы мы с тобой уже играли бы чисто вот этой имбой. Нет, мне что-то хочется повыпендриваться. Зачем? Ума не приложу. Ну-ка. Угу. Донни, давай, не подведи, родной. Красавчик ты мой, а? Молодец, молодец. Тут хвалю его. Добить все-таки он смог всех. Ну что же, мы двигаемся с тобой далее. Мы двигаемся с тобой далее. Так, 77-я позиция. Мне что-нибудь посерьезнее дадут уже, например, 16. Нет. 15-20 это максимальный предел. Я беру, друзья мои, Армагона. Одного. И берем вот этих слабеньких. Потому что враг все равно, ребята, опережает нас в данный момент. У него почти 60 уровень. 59-58. Поэтому мне хотя бы нужно с ним сравняться. Сравняться я могу только с помощью Армагона. Ну или того же самого Лео или Усаги. Ну, с Армагоном мне как-то попроще и быстрее. Он делает этот удар намного быстрее, чем, например, ту же самую Усаги. Пока покажут эту мультипликацию его удара, это секунды, дорогие для нас. Так, 58 место. Окей. Я все... Вот, 16-21. Отлично, ребят. 16-21. Уровень пока еще до сих пор 58 у врага. До 60 он не добрался. Но я думаю, когда мы с тобой перейдем в лигу сёгунов 3 звезды, там уже как раз-то и начнется 60-й, уже ближе к 70-му. Так, порвали. Тут я даже ничему не удивляюсь абсолютно. Это так и должно быть. До 65-го или до 72-го уровня, 70-го, по крайней мере, Армагон будет всех бомбить здесь. Без проблем. Так, 36-я, да, позиция. Давай ко мне. Ну, хорош. Не хочет. Ладно, сил. Берем сила. Сейчас вообще, ребята, уровень у него почему-то стал 54-й. С чего вдруг? Мы же вроде с тобой как бы выше поднимаемся, да? По лестнице. А противник у нас почему-то, наоборот, стал ниже. Не знаю. Был 59-й, тут вдруг 54-й мне подставляют. Хорошо, двигаемся с тобой дальше. Армагон пока всех налево и направо раскидывает. Я думаю, еще бой. Нет, два, наверное. И мы с тобой уже в Лиге Сёгунов 3 звезды будем. Так, я опять рулю, начинаю искать 15-21 или 16-21. И пока все это бесполезно. Было, было, ребята, было вот здесь вот. Ну, я, видишь, начал рулить и продинамил. Вот, даже два сразу выдали. Возьмем Вовку, возьмем нашего Армагона и... Раз, два, три, четыре. Тут 59 уровень, да, а мы с тобой еще до сих пор на 51-х танцуем. Ну, это, в принципе, никакой разницы для нас не играет. Мы просто делаем с тобой вот так вот. Как говорится, хлопы готовы, да? Все, они отдыхают. Мы двигаемся с тобой далее. Смотрим. Сейчас, по идее, наверное, перейдем или не перейдем. Ну-ка. Перешли. Лига Сёгунов, друзья мои, 3 звезды. Отлично. Великолепно просто. И вот уже дают 16-21. Соответственно, должен противник уже быть... До, ну, после 60 уровня. То есть не 52. А, нет, смотри, до сих пор еще был 58. Ну что же, нам проще тогда. Арена, вот в принципе для нас арена, вот уже по большому счету, она ничего для нас не значит. Она значит только одно, что мы с тобой должны попасть на первое место к концу недели и там удержаться. И это все делается для чего? Для того, чтобы получить правильно. Во-первых, если нужный персонаж разыгрывается на этой неделе, именно ДНК на него. А второе, что нам нужно, это получить платиновые осколки. Причем все ребята спрашивают, а как ты получаешь там такого-то персонажа и как ты его прокачиваешь?
Вот, ребята, все зависит от осколков. Если у вас есть персонаж, который требуется в улучшении, для этого у тебя должны быть осколки золотые, либо серебряные, либо платиновые. Платиновые идут уже на последнюю стадию развития персонажа. Но их очень тяжело получить. Я бы даже сказал, у тебя очень много должно быть золотых персонажей, прокачанных практически по фулке, чтобы ты мог уже как бы претендовать на хорошую солидную награду именно в платиновых осколках. Только после этого ты сможешь прокачивать себе персонажа в платиновый ранг, потому что там нужно 400 осколков только на одного перса. Ну, ты понял, да? 400. То есть это очень прилично. Это чтобы получить тебе такую сумму осколков, нужно 5 недель занимать первое место. Или, проще говоря, получать по 75 осколков. Да. Такова максимальная цена выигрыша именно по платиновым осколкам. 75 штук. Тыдыч. А нужно 400. Так, ну что, и я так понимаю, у нас с тобой сейчас будет последний заключительный поединочек. Потому что персонажи у нас уже закончились. Единственное, что мне жалко, что мы не дошли с тобой до Лиги Мастера. Даже хотя бы та же самая одна звезда. Я, честно говоря, думал, немножко мы с тобой как бы, ну, быстрее пробьемся к этому делу. Возможно, возможно, так и было бы, если бы мы с тобой не сфейлились. У нас с тобой, не забывай, был один бой, который, ну, просто пропащий. Там всех разнесли, и я поднялся всего лишь на 5 ступенек. Как ты видишь, персонажей у меня больше нет. Откаты я тратить не буду. Я лучше подожду вечера. И вечером сыграю еще. Так будет эффективнее намного, поверь мне, чем сейчас за откаты возвращать всех в строй. Нет смысла. Так, ну и посмотрим, куда я сейчас, ну, приближусь очень сильно к Лиге Мастеров. Одна звезда, но не возьму ее, к сожалению. 46-я позиция была и становится 27-й. Окей, окей, я не претендую ни на что, ребята. Я сам виноват, сам рисковал. Так что грех, как говорится, сейчас обижаться. Ну что, мы с тобой идем на испытание. Лига Лео. Начнем, наверное, с нее, да? Да, начнем с нее. Поехали. Так, кто у нас тут? Ёлки-палки, ребята, опять 25. Мы с тобой не сможем, к сожалению, пройти полностью это испытание. В связи с тем, что нам дали вот таких вот персонажей, которых ты сейчас видишь на своем экране. В чем проблема этих персонажей? Во-первых, ребята, уровень 51, 70, 50. В общем, Крысиный Король и Кирби, они здесь вообще, ребята, не котируются. Грубо говоря, они так. Первые три волны, наверное, пройдем и все. Дальше можно от них, в принципе, избавляться. Это первое, что я хотел сказать. Второе, ребята, ну, ты сам понимаешь, что на последних уровнях, да, где будет... Там будут очень мощные персонажи. И даже своими якобы топовыми, в кавычках, именно Ванькой и Карайкой, даже со Шредером, я дойти до туда не смогу. А если и смогу каким-то чудом, хотя это вряд ли, ну, у меня не получится, ребята, в силу того, что у меня слишком слабые персонажи. Вот и все. И максимум, что я, наверное, здесь возьму, это Леонардо Видение. Это максимум. Возможно, еще прихвачу Леонардо Ролевого. Хотелось бы, конечно, это сделать. Но вот как это все пойдет, сейчас мы с тобой посмотрим. Пока я играю на автобое, потому что здесь пока 20 уровень, бояться нечего. Даже на 30 уровне тоже будут автобой. А уже где-то 40 и 50, там уже придется самому, как говорится, разруливать все эти ситуации. Единственное, что я могу тебе сказать, что девичью силу испытания мы с тобой пройдем вообще с закрытыми глазами. Даже, наверное, сегодня. Да, сегодня мы ее и пройдем, потому что, ну... Вот, Леонардо Видение, ребята. Этот персонаж мне нужен. По крайней мере, ДНК на него так точно. А в девичьей силе что нам надо с тобой? Нам надо Шинигами и... И Кунаичи, да. До этого нам еще нужно было Алапекс, но мы уже ее собрали, как говорится, полностью, да, прокачали. Поэтому, как бы, нет смысла... Хотя Шинигами, по-моему, там последний стоит из ряда, да? На последней волне. Поэтому в любом случае мы с тобой и Кунаичи заберем там. И всех-всех-всех остальных. Ну, там вообще, ребят, на расслабоне играется. Просто все на автобой. Там, во-первых, дают хорошую команду, имбовую, мне. И я вообще не парюсь. Но пройти все равно надо.
Так, ну что у нас тут? Леонардо видение. Это хорошо, это круто. Вот Леонардо ролевой. Кстати, давай-ка мы все-таки с тобой глянем. Леонардо ролевой. Он меня интересует. Кстати, не очень мало. Наоборот, очень сильно интересует меня этот персонаж. Да, у него 75 ДНК. То есть, ребята, еще нужно 25 получить ДНК, и мы его прокачаем по топчику. Поэтому, сам понимаешь, да, этот персонаж нужен. Так, подожди, девичья сила, куда это? Да елки ты палки. Давай вот сюда заходим. И погнали. Так, 45 уровень, ребята, уже напряженка будет. То есть в этом бою мы еще с тобой нормально проиграем. А вот в следующем уже вряд ли. Почему? Ну, Кирби и Крысиный Король, они просто выбивают у нас из компании. Хотя мы сейчас посмотрим, кто там будет разыгрываться. Возможно, мы дальше с тобой просто не пойдем туда. Нам смысла нету проходить лишние, как говорится, волны для тех персонажей, которые у нас есть. Ну, это нецелесообразно, ребят. Поэтому, возможно, мы откажемся. Сейчас просто заберем здесь с тобой ДНК на Лео и уже пойдем на девичью силу. Потому что, во-первых, мы с тобой здесь тратим время свое, плюс сыр, который нам пригодится. Так, и последняя волна. Бамс, отлично. Копьем, карайка. Убивает, смотри-ка. Крыс вызывает. В каком-то веке он вызвал крыс. На. Так, с бластера. По карайке досталось. На, как у Найми. Так, минус Лео и последний Леонардо. Кирби решил в атаку. Слабо. Слабо ударил. Ну что, давай глянем. По-моему, ребята, действительно, это был последний бой именно в Лиге Лео. Так, смотри внимательно. Этот у нас есть. Этот есть. А до сюда мы с тобой не дойдем. Поэтому вот так вот мы с тобой закругляемся здесь. Именно с Лигой Лео. Все, что мне нужно было, я получил. Вот эти вот два ДНК. Кстати, что там по поводу фарма? Ну, ты знаешь, можно, конечно, было бы попробовать, но здесь вероятность есть получить вот этих двух. Так, ну что, девичья сила. Значит, нам с тобой нужно пройти все это событие, да? Для того, чтобы получить ДНК на Шинигами и ДНК на Кунаичи. Ну, я еще раз повторяю, это все будет очень легко и просто, потому что вот это мы убираем с тобой и ставим вот такую вот, ребята, прелесть. Тут даже можно, наверное, Рафаэля убрать и поставить. Нет, пускай Рафаэль будет. Все, друзья мои, просто запускаем с тобой автобой, и все это событие у нас будут проходить персонажи без моего участия. Просто будут рвать. Даже я думаю, что в конце, на последнем боссе, тоже мне даже не придется ничего делать. Хотя, чтобы, ребята, не опозориться, да, как говорится, нам можно взять управление в свои руки. Тут ты сам понимаешь, на первых порах, вообще, когда тут, извини меня, 10 уровня враги достаются, мы их просто рвем, сам понимаешь. Сотые уровни — это для них просто смех на палке. 10 левел выставляет когда. Ну что же, первое, как говорится, мы с тобой прошли. Давай на эпизод второй. Здесь Эйприл. Кстати, вот Эйприл почему-то, ребят, вот если брать хилов, да, Кирби, Эйприл, у нас очень много, да, если честно говоря, хилов. То у нас там? У нас Леонардо хил, у нас Майки хиллер, у нас Шреддер, своеобразный хиллер, так скажем. Кто у нас еще? Крип, он хиллер, но он хиляет сам себя. Морзильная кошка у нас хиллер. Кого же я еще-то пропустил? Кто у нас еще может хилять? В общем, мне вот кажется, что самый такой вот хил — это не, ну как сказать, не то что неудачный, а самый такой, мне кажется, это Кирби. Вот Эйприл, мне кажется, будет намного круче, потому что я смотрел, когда она прокачана полностью и дралась против меня. Ну, не полностью, вот сколько я видел. Пускай она по атаке не очень, конечно, сильна, но вот именно когда она делала свой хил, она залечила свою команду практически по фулке. То есть замечательно она хилит. А у Кирби я такого не замечал, ребята. И вот морозильная кошка, кстати, тоже, по-моему, очень хорошо хилит. А, муха же еще у нас, да, Бакстер Муха. Он же тоже у нас хиллер.
Как же я про навозную муху-то забыл, ё-моё. Непорядок. Так, ну что, здесь все, как понимаешь, легко и просто. 30 уровень был, мы его разнесли в хламину. Ну и двигаемся с тобой дальше. Шредер получает немножко опыта потихоньку, да? Так, а вот и морозильная кошка. Морозильная кошечка, в принципе, как персонаж именно из хилищих, как по мне, так мне кажется, она, наверное, самая лучшая. Потому что у нее есть, мало того, что хил, у нее есть баф, который она вешает именно на ускорение. Удар, конечно, у нее вот этот вот третий не очень хороший, но есть снежный комочек, который может заморозить противника. Это, я считаю, тоже круто. Так что у Кирби, ну, у Кирби, наверное, можно выделить только лишь один массовый удар. Это крик, виск, все. Больше ничего там нету. Так, ну что, роднулечка, вот она ты, да? Ирма. Сейчас будем ее уничтожать. Ну, это не Ирма, на самом деле. Это, как ты видишь, изобретение крэнгов. Придумали они, да? Такую вот девочку робота-трансформера, в которой якобы сидели. И, насколько я понял, да, они попали в доверие к черепашкам, чтобы у них там разведать, ну, короче, следить за ними. Как бы так. Но все-таки они, видимо, ее раскусили, раскололи и потом победили. Ну, не ее, а крэнгов. Там же еще крэнг Прайм, насколько я понял. Самый главный крэнг у них был. Так, что у нас тут? Хоба. Минус. Да. Эти крысы, или как их сказать, даже не крысы, а мутант-белки вообще, да? На изи. Вот я ненавижу грибы. Они меня просто вот, еще когда мы с тобой были в этой игре слабенькими, как они меня выносили, а? Вот этими своими массовыми атаками. Они же там могут и массовую атаку, массовый отхил, массовое уклонение, массовое усиление. Там что они только не делали. И как они меня, они вот как меня в те моменты начали раздражать, так до сих пор и бесят. И ничего не поменялось. Даже несмотря на то, что он там, например, 10 уровня. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. У нас остается совсем чуть-чуть тут. Буквально два боя. Это на Шинигами и на последней Кунаичи. И все. И будем закругляться. Единственное, что я, наверное, за кадром пойду набивать, естественно, осколки. Ой, осколки. Жетоны. Они нам нужны будут. Кстати, а мы с тобой так и не определились, кого будем прокачивать-то. Последний, кого мы взяли, это была Шинигами, да? Мы же ее взяли за жетоны или нет? Или подожди, или мы Леонардо? Я уже и забыл, кого там за что мы взяли. Можно будет глянуть потом, посмотреть. Так, стрелозады. Меня вот поражает, почему они не делают массовых атак. Вот. Меня вот это, честно говоря, раздражает. Здесь можно было бы спокойно влупить массовую атаку. Вот сейчас я буду специально их тратить, эти массовые атаки у нас. Чтобы все это было быстрее. Например, Усаги. Почему не делать свою вертушку козырную? А? Ну, скажи мне на милость. Ого! Это как так? 65 уровень. Блин, если честно, я думал, что они все упадут. Но у них, конечно, постепенный урон есть. Они в любом случае не жильцы. Но они выжили именно от вертушки. Да, это парадокс. Так, ну что, Ирма? Да ладно, ладно. И мы знаем, что это крэнги. Так, поехали. Ах ты какой жучара. Вау. Достаточно было всего двух ударов от Усаги. И все, ребят. И этот крэнг отдуплился. Ну что, а у нас с тобой последний всего лишь поединочек остался. Где мы заработаем ДНК на Кунаичи. О, Шинигами. Красавица, да, какая. Так, и Кунаичи. Поехали. Ой, Кунаичи, ну да, все нормально. Что-то я уже Шинигами, Кунаичи всех поперепутал. Будем с массовых атак начинать. Тыч, тут мы всех порубили.
А сколько тут еще массовых атак-то у нас получается? Вот это есть. И у Леонардо вертушка получается, и все. О, училки. А, у Армагона еще валун, конечно же. Как его можно забыть? Просто выносим всех. Так, и вот она компания как раз под Лео, да? Ну, Лео, наверное, всех не добьет здесь. Да, чуть-чуть ему не хватило, но ничего страшного. Так, и Эйприл. Готово. Ну, и вот последний босс, Ирма. Опять же тут стоит. Хоть у нас и нет с тобой суператак, суперударов, у нас есть обычные удары, которые сейчас все равно его накажут. Тройной укус, например. Довольно сильный удар после валуна. Ой-ой-ой-ой, что он сделал, ребята? Посмотрите, сколько он устал здоровья Ирме. И добивающий. Да, это, конечно, круто. Самый легкий босс, как я вам раньше уже говорил, из всех, кого я знаю. Ну что, друзья мои, мы прошли с тобой события, вот это вот испытание полностью. Получаем Эйприл Кунаичи. Кстати, тут можно было бы, конечно, пофармить, но опять же, ребят, когда вот у нас не было Лапекса, еще как бы был смысл. Сейчас, ну, сам понимаешь. Да и осколков, точнее, у нас телепортов с тобой маловато. Не получится, даже если бы мы и хотели. Да, вот как-то так. Кстати, что у нас там с Эйприл творится? Дай-ка я посмотрю. Вот, ребята, у нее 44 ДНК, нужно еще, сколько тут получается? 56. Почти столько же, сколько мы уже насобирали. Так, по жетонам, что у нас там, ребят, давайте глянем. Последнего, кого мы получили, я уже и не помню даже. В общем, будем, наверное, с тобой, наверное, кожеголового, да, фармить. Или Слэша, или Пита, а лучше, может быть, вот этого. Ребят, пишите в комментариях, кого лучше здесь нам собирать. Потому что тут и Леонардо видение можно, в принципе, заморочнуться. И даже Донателло видение. Точнее, ролевой, конечно, я попутал, ребят. Так, что у нас там по монеткам? Ну, а по монеткам, я даже не знаю, наверное, будем с тобой все-таки уже собирать на Шреддера классического. Потому что остальные все, ох, как много нужно на них копить. Так что пиши в комментах, и будем с тобой решать, кого нам дальше искать и прокачивать. А на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.